Взрывные выходные. 1 декабря в региональное управление Росгвардии поступила информация о том, что в квартире дома на улице Шагова в городе Родники обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. Нашли его сотрудники полиции, работая на месте происшествия. Близлежащую территорию оцепили. Прибывшие специалисты инженерно-технической группы ОМОНа установили, что найденная граната учебная и не представляет угрозы. Это уже второй случай за прошедшую неделю. Буквально накануне сотрудникам инженерно-технической группы поступил такой же вызов в Кохму. Предмет, конструктивно схожий с гранатой, был обнаружен в подвале многоквартирного дома на улице машиностроителей. Прибывшая инженерно-техническая группа ОМОН, управление Росгвардии по Ивановской области, идентифицировал находку как корпус гранаты F1 без запала, не представляющий опасности. Также в ходе осмотра обнаружено 4 патрона калибра 7,62, 2 пистолетных патрона, патроны 5,45 в количестве 10 штук и малокалиберные патроны калибра 5,6 в количестве 467 штук. Также был обнаружен штык-нож. Все найденные боеприпасы были переданы следственной оперативной группе. По данному факту проводится проверка.